Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 235-е упражнение. Прочитаем задание. Прочитай текст. Что нового для себя ты узнал? Ответим. Раньше формы всех глаголов оканчивались на «ти». Спиши глагол на «ч», обозначь орфограмму. Что делать? Неопределенная форма. Беречь, влечь, печь, жечь, мочь, сечь, стеречь, стричь, течь, толочь. Что сделать? Неопределенная форма. Запрячь, лечь. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.